Державной волей верховного вождя русского флота 18 ноября сего года свершится торжественное открытие в Севастополе памятника адмирала Ахимова, победителю турецкого флота в Синопе и герою бессмертной обороны Севастополя. Бозе почивающий император Александр III, отвечая единодушному народному чувству, выразил желание, чтобы увековечена была память о доблестных заслугах адмирала Нахимова, составляющих славную историю нашего Черноморского флота. Царственный почин повсюду на Руси встречный и горячий сочувствие осуществился, и к великой радости русских людей, ныне благополучно царствующему государю императору, благоугодно лично стать во главе охранной почести герою-воину, положившему жизнь свою на защиту родной земли. 18 ноября года 1898 Богданович Евгений Васильевич, Синон, Севастополь, 18 ноября 1898 год, генерал от инфантерии, писатель. Так, 18 ноября 1898 года был открыт памятник триумфатору Синова, адмиралу Нахимову Севастополя. Председатель Севастопольского морского собрания, капитан первого ранга, Пискалин Владимир Владимирович. Друзья, в этот предпраздничный день с большим удовольствием передаю вам слова поздравления со 170-й годовщиной Великой Синопской победы от имени командующего Черноморским флотом адмирала Соколова Виктора Николаевича. Как и он, Севастопольское морское собрание сегодня стоит на страже традиций, исторических завоеваний Черноморского флота и самого Севастополя. Истребление Павлом Степановичем Нахимовым турецкого флота близ Синопа явилось зловещим предзнаменованием для империалистических держав Англии, Франции в особенности, и угрозой их интересам, отчего сразу после Синопской победы они вслед за Турцией объявили войну России, надеясь сокрушить Россию, надеясь захватить ее великий город Севастополь, недра, леса, поля, поработить людей, как и сегодня более 50 государств мира во главе с американским фашизмом и украинским нацизмом пытаются поработить народы России. Но тогда этого не случилось. И сейчас этого не случится, потому что есть в нашем флоте, в нашей армии, в нашем государстве и в нашем Отечестве такие люди, как Павел Степанович Нахимов, триумфатор Синопа, привезший победу в город Севастополь, когда весь Приморский бульвар был засыпан севастопольцами. Они встречали его радостными криками «Ура! Слава Нахимову! Слава Лазареву!» Начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Корнилов, встречал народного адмирала на Красной пристани, благодарил его за победу и был счастлив, как сам Нахимов, как севастопольцы и как вся Россия. Вся Россия тогда встала на защиту Севастополя и отстояла и его, и Россию. Благодарю вас за то, что вы сегодня пришли отдать дань памяти, чести, воинству нашему морскому, всем защитникам Севастополя, всем героям-черноморцам, победителям Синопа,
молодцы! Спасибо вам за это! Сердечно благодарю вас и поздравляю с праздником! Первый вальс! В 1853 году.
Тот, кто не бывал в Севастополе, тот так мало в жизни видал. Для вас поет Александр Горохов. Yeah.
и стремление турецкой эскадры в Снопе вы украсили летопись русского флота новой победой, которая навсегда останется памятной в морской истории. Статут военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия указывает награду за ваш подвиг, исполняя с истинной радостью постановление статута, жалуем вас кавалером святого Георгия второй степени Большого Креста, прибывая к вам и градусной милостью нашему благосклонным. На подлинной, собственной его императорского величества рукою написано Николаев, Санкт-Петербург, 28 ноября 1853 года. Ваши аплодисменты, господа! Есть один только путь – славный. Россия ожидает славных подвигов под Черноморского флота. Имея Севастополь, мы можем иметь и флот. А без Севастополя нельзя иметь флота на Черном море. И помните, жизнь каждого моряка принадлежит Отечеству. И не удальство, а истинная храбрость приносит Отечеству пользу. За победу в Ресинопе Николай I удостоил вице-адмирала Нахимова ордена святого Георгия второй степени, написав в нем рескрипте следующее. Адмиралу Нахимову Павлу Степановичу троекратное ура! 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 И стремлением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новой победы, которая навсегда останется памятной в морской истории. Оценивая Синопское сражение, вице-адмирал Корнилов писал: «Битва славная, выше Чесмы и Навалина». Ура, Ахимов! Лазарев радуется своему ученику. Благодарю вас, друзья, за внимание к моей персоне. С праздником Синопской победы! Второй танец «Мазурка Волга». Спасибо.
уважаемый Михаил Владимирович. Уважаемый Михаил Владимирович, в мой адрес поступило обращение ветеранов Черноморского флота и города Севастополя с просьбой поддержать увековечивание легендарного и всеми любимого произведения песни «Севастопольский вальс». Военный совет Черноморского флота полностью поддерживает установку скульптуры, посвященной Севастопольскому вальсу на Приморском бульваре, и просит вас реализовать данную инициативу. Уверен, что скульптурная композиция «Севастопольский вальс» соответствует духу и предназначению главного бульвара города Севастополя. Удачно впишется в его ландшафтный профиль, сделает облик любимого места отдыха горожан и военнослужащих более интересным и привлекательным. Командующий Черноморским флотом адмирал Соколов. Слово имеет человек, который эту инициативу организовал, капитан второго ранга Владимир Владимирович Стефановский. Здравствуйте, все присутствующие, все мы делаем для Родины, для России общее дело и решаем все общие вопросы. Относительно Севастопольского вальса, это стал не просто вальс, воспринимается как вальс, а стал идентификационным кодом всего русского мира. Буквально на днях Никонов, председатель фонда «Русский мир», прислал обращение к губернатору и в копии морское собрание, где также просит увековечить для будущих поколений, передать для будущих поколений вот эту красивую, ставшую фактически народной мелодию, песню «Севастопольский вальс». И вот я, пока мы тут развлекались, сейчас вам зачитаю стихотворение, посвящение скульптуре «Севастопольский вальс» на Приморском бульваре. Время мчит, но подчас в этом пике нетленном «Севастопольский вальс» в парке послевоенном, где играл музыкант и кружились когда-то молодой лейтенант и сестра медсанбата. Им бы вечно кружить на Приморском бульваре, в нашей памяти жить не стареющий парень. И гуляя в саду, не понять в нашем были, почему на ходу вы в раздумье застыли. Сердце дрогнет слегка, и в груди шевелется. Сквозь года, сквозь века что-то вдруг отзовется. Память вспыхнет у вас, лейтенант улыбнется, Севастопольский вальс в наше время вернется. Чтоб кружиться опять в фантастической паре, чтоб скульптура стоять на Приморском бульваре. Это будет облик города Севастополя, который мы, я считаю, вместе поддерживаем все и вальсу севастопольскому быть. Севастополь, севастопольский вальс, Приморский бульвар – это единая триада. Коротко еще два слова. В 1996 году исполнилось 300 лет русскому флоту. В честь русского флота был организован поход памяти по местам гибели и морских сражений кораблей русского флота. Когда яхта «Петр Великий» попала в шторм, и все уже посматривали то ли на порт, то ли на небо, то ли как, спасем или не спасемся, и все хором, всем экипажем яхты, всего было 13 человек, исполнили Севастопольский вальс. И мы с тех пор решили увековечить его навсегда для России, для молодых поколений, свою любимую песню. Это стало кодом
русского мира. Спасибо вам, приветствую всех, спасибо. Заслуженная артистка города Севастополя Мария Манзиева. Севастопольский вальс. В Синопском сражении линкор императрица Мария заходил на рейд во главе правой колонны под командованием Павла Степановича Нахимова. За 4 часа Синопского сражения корабль сделал 2128 выстрелов. За отличие в сражении командир корабля Петр Иванович Барановский 18 декабря 1853 года был произведен в капитаны первого ранга со старшинством и награжден годовым окладом жалования. Закончил службу в звании вице-адмирала.
Дорогие друзья, романс «На корабельной стороне» исполняет Екатерина Терентьева. Авторский романс посвящен Эрасту Абазану, павшему за Севастополь. Умело вел бой. В донесении о сражении Павел Степанович Нахимов отмечал: «Корабль «Чесма», капитана второго ранга Матрюкова, до взрыва неприятельского фрегата «Навек Бахри» действовал также по нем и по батареям номер 4 и номер 3. Потом, поворотившись к батареям, срыл обе». За 4 часа Синопского сражения корабль сделал 1539 выстрелов. За отличие в сражении командир корабля капитан второго ранга Виктор Матвеевич Макрюков 18 декабря 1853 года был произведен в капитаны первого ранга, впоследствии стал вице-адмиралом. Дорогие дамы и господа, следующий танец – «Богемская полька». Thank you.
господа, переведите дух. Вновь музыкальная пауза. И вновь на нашей... Дорогие друзья, закончил свою работу, как сегодня было сказано. Впервые наш синопский бал проходит под оркестр войск Национальной гвардии. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист города-героя Севастополя майор Валентин Таев. Дружнее, дружнее, дорогие друзья, наши прекрасные музыканты, но они уступят сейчас место другому оркестру. А сейчас для вас вновь на сцене заслуженная артистка Севастополя Мария Манзий. Вальс. Вальс Мюзлет. Во время боя стрелял по батарее номер 6, фрегату «Разумие» и корвету «Фиси Мирабуд». За участие в сражении командир корабля, капитан первого ранга Александр Дмитриевич Кузнецов был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени. И 28 ноября по новому стилю, 10 декабря по старому, 1853 года произведен контр-адмирал. А 6 февраля 1854 года контр-адмирала Кузнецова назначили командовать Дунайской флотилией. Дамы и господа, у нас очередь следующего танца. Танец «Сикс-дриль». Thank you.
фигура начинают дамы, которые от лестницы, и кавалеры, которые спиной стоят в бюсте Екатерины.